Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Глава Тувы в преддверии Дня защитника Отечества на праздничном концерте вручил государственные награды республики. Мы с вами знаем, дорогие земляки, что такое защитник. Для нашей Родины, для нашей России это особенный праздник. И мы это очень хорошо понимаем. Она имеет глубокий смысл. В этот день мы отдаем дань уважения прежде всего мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь ратному служению Родине. Верность Отечеству, мужество, самоотверженность, боевое мастерство – это и есть то, что олицетворяет сегодня наших военных. 23 февраля – это особая дата в праздничном календаре России. Для наших соотечественников она наполнена глубоким смыслом. В этот день мы отдаем дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь ратному служению Родине. Верность Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое мастерство наших военных – это одна из основ стабильности и безопасности нашей страны. Во время торжественного мероприятия почтили память участников Великой Отечественной войны и тех, кто сражался в Афганистане. В этот день принимали поздравления не только военные, поскольку защита Родины – это не только служба в армии. Это и борьба силовых структур с терроризмом, ведущим войну против мирного населения, и надежная охрана государственной границы, первого заслона против организованной преступности, скотократства, наркобизнеса и незаконной миграции. И работа спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций, и постоянная борьба солдат правопорядка с криминалитетом. Все они считают своим высоким нравственным долгом беречь родную землю, охранять покой стариков, женщин и детей, пресекать всякие попытки нарушить мир и согласие в нашем общем доме. Мэрия Кызыл разработала и выносит на обсуждение горожан новые и изменения в уже работающие автобусные маршруты. Проголосовать и выразить свое мнение по данному вопросу горожане могут в группе «Служба обращения мэрии города Кызыла». Новшества касаются схем движения общественного транспорта, курсирующего внутри города. Изменения уже в имеющиеся маршруты 2А. Путь следования маршрута от конечной остановки улица Университетская остается неизменным. Только маршрут будет проезжать по улице Шагонарская до Рео ГАИ. Четвертый маршрут от конечной остановки улица Полевая выходит на магистральную, далее по улице Кузнецова до остановки Восток, затем на рабочую до улицы Чульдум, далее по своему прежнему маршруту. 19-й маршрут начало следования берет от остановки по улице Байхакская напротив дома номер 2, далее по улице Иркутская в сторону улицы Ангарский бульвар и по Московской до Калинина. Оттуда на улицу Лапсанчапа, Кичуола, затем до улицы Титова, Ленина, где будет совершаться разворот на улицу Рабочая и следовать в обратном направлении до улицы Байхакская. 20-ка начинает от остановки на улице Буренская, выходит на улицу Дружбы до остановки Восток, затем выезжает на улицу Рабочая до Солчака-Тока и оттуда по Московской до остановки Кызыльское президентское кадетское училище, где совершает разворот и уезжает в обратном направлении. Новые маршруты 5А и 10-й путь следования начинают от остановки Сельхозрынок по улице Иркутская, проезжая через дома по улице Байхакская, затем на рынок Сайзырал до Кочетова и так до остановки ТЭЦ. В Кызыле готовятся к паводкам. Мэрия Кызыла начала подготовку к паводковому периоду. В период с 14 по 20 февраля на дамбу в районе Орбита завезен необходимый запас скальной породы объемом 300 кубометров для ее восстановления и ремонта при необходимости. На этой неделе проводят работы по очистке от мусора и снега водоотводной траншеи вдоль улицы 2 Азиатская протяженностью около 700 метров. На следующей неделе техникой МУБ-благоустройства планируется очистка водоотводной траншеи от мусора и снега вдоль горы Хербис протяженностью около 2000 метров. С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Минтруд России определил, что повышены они будут на 2%. Проект постановления правительства на этот счет размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Подготовлен документ Минтрудом России.
как будут пересчитывать пенсии в соответствии с посланием президента. По закону о государственном пенсионном обеспечении социальные пенсии повышаются раз в год. С 1 апреля настолько, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера. По данным Росстата, за прошлый год он составил более 8400 рублей. Годом раньше он был чуть больше 8300 рублей. Таким образом, за 2018 год он вырос на 2%. Значит, настолько вырастут и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные. В частности, пенсии повысятся у военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, людей, пострадавших от радиационных катастроф и других категорий получателей. Всего пенсия вырастет с 1 апреля у 4 миллионов россиян. Минтруд России подготовил проект указа президента об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Об этом 22 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Проект документа уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства, отметил Топилин. В Минтруде поясняют, право на эту выплату имеют неработающие родители, усыновители, опекуны, попечители, которые воспитывают и ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. В стране это пособие получают порядка 470 человек. Повышение произойдет с 1 июля этого года, добавила глава Минтруда. Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на июль-декабрь текущего года составляют 13,5 миллиардов рублей. Данное повышение будет отражено в бюджете ПФР. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 52 копейки, евро 74 рубля 33 копейки. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике, за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. В Тобольском районе республики в очередной раз побывала бригада врачей Республиканской детской больницы по исполнению губернаторского проекта «Маршрут здоровья». Детские врачи-специалисты приняли детское население в рамках профилактического медосмотра. Профилактическому медосмотру в обязательном порядке подлежат дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поручением главы республики Министерству здравоохранения является обязательное обследование участников губернаторских проектов, коими являются и дети. Несмотря на сжатые сроки и плотный график выездов, детские врачи успели осмотреть всех подлежавших профосмотру детей. Результаты проведенного профилактического медосмотра детей Сутхольского района будут готовы в течение недели. На этом данный вид работы не заканчивается, а начинается не менее важный этап – оздоровление, реабилитация детей по выявленным группам здоровья соответственно. С
Специалисты Федерального института педагогических измерений подробно разобрали отдельные задания единого государственного экзамена по химии в новом видеоролике с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ-2019. Экзамен по химии прошлого года показал существенный рост числа участников, что обусловлено увеличением интереса у выпускников к предметам естественно-научного цикла в целом. Однако, как показывали результаты анализа выполненных работ, у участников экзамена возникли трудности с рядом знаний. В видео подробно разбираются задания базового и повышенного уровней сложности. Даются советы, как подготовиться к экзамену и как именно следует решать ту или иную задачу с примерами и пояснениями. По словам руководителя Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ГИА по химии, важными составляющими при подготовке к экзамену по химии является понимание того, что именно проверяет экзамен, а также систематическое и системное изучение этого предмета. Вы можете решать отдельные задания по пройденным на уроках темам или же решать задания по линиям. Это позволит вам отработать систему в решении подобных заданий, познакомиться с той формой, в которой они встречаются в экзаменационном варианте. Или же вы можете решать задания по содержательным блокам. Это удобно при изучении крупных разделов, например, органическая химия или теоретические основы химии, советует он. Напомним, что до начала досрочного периода ЕГЭ-2019 на официальном YouTube-канале Рособрнадзора будут опубликованы видеоконсультации по всем предметам. Пятигорская фабрика «Ангелина Сэм» в Кызыле. Успей купить шикарную шубу по самой низкой цене от производителя. Роскошные меха от «Ангелины Сэм» сделают ваш стиль совершенным. Норка, писец, мутон и различные комбинации. Здесь каждая найдет то, что подчеркнет ее статус и изысканный вкус. «Ангелина Сэм» – это низкая цена и высокое качество, и роскошь, доступная каждому. Действует гибкая система скидок. Акции «Рассрочка 0024». Для оформления потребуется только паспорт. Меха от фабрики «Ангелина Сэм» – это роскошь, доступная каждой. Забирай свою шубку уже сейчас, оплати потом. Выставка продажи меховых изделий от пятигорской фабрики «Ангелина Сэм» ждет вас по адресу. Город Кызыл, улица Тувинских Добровольцев, 22, ЦУМ, цокольный этаж, с 28 февраля по 10 марта 2019 года. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 24, минус 26 градусов. Днем минус 7, минус 9 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.